Что? Здесь микрофон. Ну вот, Минск-стрит, который вот этот вот 300. Что тебе рассказать? Ну что в этом мотоцикле? 300 кубов или 250? 300 кубов. Ну просто у китайцев 300, это те же 272. Ну, тут без там 2-3 единиц, там, может без 5 единиц. 300. А скрамблер? 250, ну там 248-249. То есть тут водянка, там воздушка. А ты в курсе, что у тебя поляки отжимают мотоцикл? Как они? Пан, курва, мотоцикл куда? Аккуратненько, не дергайся. Ну у него трахедерганное сцепление такое какое-то. Может, все новое? Ну, может, передаточное число может не то, потому что вначале как припускаешь чуть-чуть его поддергиваешь. Ну, это все доработает. Страшно. Единственное, что мне вот по росту я коленками в бак упираюсь чуть-чуть. Ну, тогда коленки тебе поменьше. А вот, а подножки не можно отнести? На чем? На скрамблере? Ну. Ну, ради себя мы это делать не будем. Только так. А скрямблер 250-ка, да? Да, 250. А они все 5-ступки? Да. А на гусе есть тоже 5? На гусе 4. Понятно. Ну як мотоцикл? Нормально, добро. Здесь уже водяное охлаждение. В Рим за олимпийским огнем. Ну-ка, куда они едут? В Рим. В Рим едут за огнем. Подожди, ты в микрофон это скажи. I don't know. No comment. Интересное кино. Короче, вот этот вот гусь едет в Рым. Два гуся. А папа в курсе? И мама тоже. Папа инициатор. А что, Бахматовый? Что, камера не ставит? Не, ну нормально. Да, фирмы нет. Тебе, может, тяж куда тянем, чтобы не потеряться? Кого? Да, не потеряйте. Что-то по ощущениям напоминает гуся этого нового.
Сколько объем? 300? 300. Отсоси у тракториста. Трындюк. Кнопка.